скажу про пару слов про как бы признанных гениев там музыки, там классической вот это вот. Мое мнение, что все равно с каждым как бы поколением оно становится менее интересно нынешнему поколению, потому что все равно время меняется, и само преподношение новому поколению должно быть другое. И для этого именно придумали такие штуки, как ремиксы, всякие новые звучания. Можно же того же там Баха, Бетховена переиграть в той же рок-обработке. Это будет ново, креативно, необычно, и это прежде всего привлечет новое поколение. Так что все, кто как бы занимается шаблонным вот этим, можно сказать, старьем и говорит, почему молодежь нами не интересуется, включите мозг и подумайте просто, как красиво преподнести это молодому поколению. Я думаю, это будет круто и очень даже интересно.